сейчас еще раз поблагодарить организаторов фестиваля. Это теперь наши соорганизаторы, потому что администрация города в активной позиции по проведению третьего евразийского литературного фестиваля, третьего всероссийского литературного фестиваля. Благодарю Ассамблею народов Евразии, благодарю Ассамблею народов России, благодарю каждого, кто не приехал, но был рядом с нами. Поздравляю вас с открытием фестиваля «Лифт 2018» в городе Сочи. Ура! У поэзии и вообще у литературы нет национальности, нет границ. А что такое язык? Язык – это мозг народа. Понимать, чувствовать то, на каких языках кто пишет, это же здорово. Масса, просто масса, буря эмоций. Очень интересно, очень, ну, одухотворяюще, переполняет желанием что-то делать, творить, общаться с людьми, куда-то двигаться дальше. То есть это вот лифт из болота в небо, наверное, вот так. Приехав сюда, мне очень понравилось, во-первых, организация, во-вторых, то, что очень много интересных мастер-классов, очень много есть чему, куда расти, развиваться, чему учиться. Сегодня замечательная погода, и в рамках Ассамблеи народов Евразии, которая организовала фестиваль «Лифт 2018», мы проводим благотворительный забег «Помощь библиотеке». Thank you.
Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех экспертов, которые сегодня работают в рамках нашего фестиваля, которые проводили и проводят мастер-классы, круглые столы. Мы будем пополнять наши ряды все новыми и новыми нашими активистами. У этого фестиваля есть будущее.